Власти США, как выяснилось, есть претензии к Турции по поводу положения дел на ее границе с Сирией. По данным Wall Street Journal, Вашингтон не устраивает то, что турки не препятствуют боевикам группировки ИГИЛ, запрещенной во многих странах, в том числе в России, перебираться в другие регионы. Издание приводит слова представителя администрации США. Турция должна залатать дыры на границе, разместив вдоль нее дополнительные воинские подразделения. Правила игры изменились. Хватит, значит хватит. Границу следует закрыть. Имеет место угроза международного масштаба. Она исходит из Сирии и проходит через территорию Турции.